Чё делать в субботний вечер, когда так скучно, заняться нечем? И совсем неохота в потолок плевать, поэтому нужно думать, соображать. Подкопи бабло, не попади в облом. Пойми, 5 литров это не миллион, чтобы не было обидно, особенно потом. Подкопи 5 литров это не миллион, подкопи бабло, не попади в облом. Пойми, 5 литров это не миллион, чтобы не было обидно, особенно потом. Подкопи 5 литров это не миллион. Можно весь вечер шнырять в интернете, не подрасчитать и проторчать в туалете. Можно попасть на беседу к тете Свете, можно по домофону дико заебать соседей, или на форумах толкать деловые речи, но не вылазить из дому, чтобы не получить по печени. Можно по пиву, можно покрепче, но знай, что это все не так уж и беспечно. А можно туда, где от басов стены дрожат, девчонки визжат, и не избежать куража. Для вас устроит в клубе пожар. Я спорю, ты не ожидал увидеть эти имена. Оба-на, приходи, проголосуй за братана. Помоги ему попасть в финал. Знай, в нашей столице таких движений единицы. Не интересует рэп, можешь дальше катиться. Подкопи бабло, не попади в облом. Пойми, 5 литров это не миллион, чтобы не было обидно, особенно потом. Подкопи 5 литров это не миллион, подкопи бабло, не попади в облом. Пойми, 5 литров это не миллион, чтобы не было обидно, особенно потом. Подкопи 5 литров это не миллион. Ты не был там ранее, как жаль. Ты не был там ранее, как жаль. Ты не был там ранее, как жаль. Посмотри заранее и не оплошай. Ты не был там ранее, как жаль. Ты не был там ранее, как жаль. Ты не был там ранее, как жаль. Посмотри заранее и не оплошай.